Пятый по счету университетский конкурс на лучшую учебную группу собрал достойнейших представителей студенчества, которые помимо личных успехов в учебе и общественной деятельности умеют быть частью коллектива, сообща рука об руку вершить добрые дела и решать самые разные задачи. Четыре команды, четыре разных специальности, четыре совершенно не похожих друг на друга творческих номера. Готовились очень ответственно, очень долго. Кровь, слезы и пот, потому что много спорили между собой, но в итоге все-таки получилось прийти к какому-то общему консенсусу. Вроде бы сделали все красиво, а сейчас посмотрим, насколько оценит зритель. Была длительная работа, но мы старались все сделать все очень хорошо, было быстро. Будущие биологи представили зрителям и судьям юмористический фильм. Спортсмены-физфаковцы продемонстрировали физическую подготовку, станцевали и даже спели. Девушки, представляющие команду социально-педагогического факультета, предстали тайными агентами. Историки пытались развеять стереотипы о своей специальности. Неординарные творческие номера, юмор и музыка все вместе создало для присутствующих атмосферу настоящего студенческого праздника. Однако конкурс есть конкурс. Перед судьями стояла непростая задача – определить лучших. Для нас важно не только оценочный формат, их успеваемость, да, это очень важно, но и как они себя ведут по отношению друг к другу, насколько они смогли за годы учебы сплотиться и стать единой группой, единой командой. Интеллект и творчество, единство духа и лидерских качеств – все эти условия учитывались при выборе победителей. Лучшей по итогам всех этапов стала группа 4-го курса социально-педагогического факультета.